Зайти на сайт и увидеть Чувашию с высоты птичьего полета теперь сможет любой желающий. Это только одно из преимуществ геоинформационного портала республики. Студенты 4 вузов столицы и техникума одними из первых узнали о новых возможностях и уже прикинули, как ими воспользоваться. Хотите купить что-то, да, какую-то территорию, какой-то кусочек земли, и вы можете посмотреть по координатам, как это находится, вообще, как это выглядит с неба, я так понимаю. А там все данные, то есть площадь, квадратура, там что там идет, вообще где находятся, какие коммуникации заложены рядом. И как это все выглядит вообще с космосом, так вот объемно. Купить, продать или заняться исследовательской работой теперь стало намного проще. Геоинформационный портал Чувашии объединил картографические, геодезические данные для доступного пользования. Геопортал Чувашии наглядно в виде веб-сервисов, в виде веб-приложений. То есть нужно просто иметь доступ в интернет, и у вас будет вся информация актуальная о объектах, расположенных на территории Чувашской республики. Узнать о возможностях геопортала пригласили студентов профильных специальностей – строителей, географов, картографов, экологов, которые смогут использовать его ресурсы в научных трудах. Студенты могут воспользоваться этими данными для дальнейших исследований научных, в том, что это касается и экологии, и строительства, и так далее. То есть все, что связано с картами, вот, все научные исследования, которые могут быть связаны с картами, могут, соответственно, быть получены на этом самом сайте, на геопортале. На достигнутом разработчики останавливаться не собираются. Сведения, внесенные в единый информресурс, будут постоянно обновляться и дополняться. Ольга Алексеева, Антон Вовк, Республика.